Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем-всем приветик! Сегодня я буду готовить вкусный супчик. Тоже я, как всегда, готовлю себе на один раз покушать. А вы уже будете норму сами себе брать. Вот у кого большая семья, значит больше, у кого маленькая, значит меньше. Ну вот я варю на 1,5-литровую кастрюльку. Я отвариваю куриные крылышки, вот, и буду готовить куриный супчик. Я их отварила. Вот, сейчас я забросила сюда 2 лавровых листика. Вот. А кто бросает в конце варки, тот в конце варки. Но я всегда бросаю вот к мясу. Вот, бросаю. Только мясо варится, я всегда бросаю. Ну, мне нравится так. Ну и, конечно, мы собираем пенку. Обязательно. Теперь я нарезаю 2 картошки. Очистила 2 картошки. Нарезаю вот такими вот неправильной геометрической формы. Но всегда красивее, когда не кубиками, а вот геометрической формы. Вот как лежит, вот как идет нож, так и режем. Затем бросаю 1 столовую ложку сюда. Риса. Ну, моем, конечно, перед этим рис. Теперь такое условие. Если картошка у вас долго варится, значит, вы бросаете картошку вместе с рисом. Или же картошку отварили, потом рис добавляете. Если у вас картошка быстро варится, значит, все вместе. Сначала вот, если быстро варится, значит, бросаете рис. Отварился рис, а потом картошку. Теперь я мелко нарезаю 1 луковицу, репчатый лучок, ну небольшой такой вот, и 1/2 морковочки, натертой на мелкой терке. Теперь мы нарезаем сюда болгарский перчик. По вашему усмотрению, будете смотреть сколько. Ну я вот немного, вот у меня замороженный. Вот. У кого замороженный, у кого целый, свежий перчик, значит нарезаем меленько и забрасываем сюда. Сейчас посолим обязательно, по вкусу. Итак, картошка готова. Рис тоже готов. У меня быстро все это варится. Теперь я нарезаю 1 помидор. Ну, какой у вас есть? Красный, розовый, желтый. А нету, можете и не нарезать. У меня есть помидорчики, поэтому будет вкуснее так супчик. Затем я беру зелень. У меня укроп. Нарезаю мелко. И, конечно же, чеснок. Чеснок можно на чеснодавке подавить. Или же просто нарезать. Меленько-меленько нарезать. Теперь я перемешаю это все. Если появилась пенка, убираем. Если бульон выкипел, добавляем водички. И сейчас я потрушу сюда, то есть помелю на мельничке горький и душистый перчик. Итак, дорогие хозяюшки, наш супчик готов. Очень быстро готовился, ну просто очень быстро. Ну, во-первых, у меня мясо куриное, тут у меня крылышки, вот они очень быстро варятся. Картошка у меня тоже быстро разваривается, и рис тоже быстро. И, ну, буквально, ну, 15 минут у меня суп готовый, вот. Что ж, дорогие мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, как вы супы такие готовите. Ну, это супчик очень вкусненький, простой, быстрый и вкусный. Все, приятного всем аппетита, до свидания, будьте все здоровы, пока!